пока пуст зрительный зал, пока не надеты маски и не наложен грим, пока на сцене полумрак и тишина в кулисах, Оскар Абдразаков приглашает вас в гримерку Орфея. Гримерка Орфея. Неформальный разговор со звездой. Я приветствую всех слушателей радиостанции «Орфей». В эфире программа «Гримерка Орфей» и я, ведущий программы, Оскар Абдразаков. Сегодня мы продолжаем нашу беседу с потрясающей девушкой, с Тамарой Гварцетели, с российской и грузинской эстрадной певицей, с народной артисткой России. Здравствуй, Тамара! Здравствуй, Оскар! Расскажи о гордости твоих родителей за тебя. Они делают тебе замечания? Мама тебе делает замечания? Говоришь, что... Да. Слушай, царица Тамара. Мама одесская мама, поэтому она мне замечания делает прямо. Серьезно? Да. Сразу говорит? Сразу говорит, да. И воспитывает всю жизнь во мне перфекционистку такую, чтобы все было... Perfect. Я думаю, что мамы очень переживают и болеют за нас. Моя мама всегда прямо тот же момент, чтобы мы не откладывали, чтобы это не было похоже на лекцию, на грузинском мама делает мне тихо замечание. А если мы в Грузии... То громко. То потом мама запоминает, и потом, как говорится, идет отчет на... Да. Поэтому воспитание, вы знаете, что оно непрерывное. Одна в семье? У меня брат. Вот, интересно. Брат живет в Тбилиси, он математик. Да, отец мой кибернетик, а брат мой, Павел, он математик. Потом было направление кибернетики, компьютеры, но по профессии он математик. Поэтому у нас или музыканты, или математики, да. Физики, математики, да. Ну вот говорят, что математики тоже очень хорошие музыканты. Да. Но они-то поют. В такой семье-то должны же петь. Ну, поют, но для себя. Ну, так, для себя, да. Да, для себя. Ну, когда большое... Такое застолье. Да, застолье, да, начинаются грузинские песни, да. Ой, как это. Многоголосие и полифоническое звучание, да. Скажи, это в душе, это вот да, заложено это тут уже, да? Да, ну это да, это с кровью как-то дается, да. Потому что, ну, это невозможно себе представить, этому уже не научишься, это должен человек слышать, и какая-то интуиция появляется, поэтому... Я думаю, что все эти наши застолья, темы и хороши, что люди разных профессий собираются и поют. И это как-то объединяет поколения. Вот сейчас даже, когда все так жестоко, жестко, когда такая нелегкая жизнь, скажем прямо так, везде нету той легкости, которая или была, или нам казалось, что она есть. Но, тем не менее, это объединяет поколения. На втором часу, и когда 87-й тост произносится... Начинается пение, и сразу все оживляются, сразу такой перезвон между поколениями, и становится так тепло, и вот какая-то связь, и не прерывается вот эта цепочка. Ты часто ездишь в Грузию? Да, бываешь? Мы сейчас часто. Сейчас чаще, да? Да, да. Слушай, а вот ты же все-таки композитор. Да, не женское это дело. Ну почему? А какие интересные песни ты написала, которые сама, наверное, исполняла? Да, конечно. Цикл песен на стихи Марины Цветаевой. И существуют грузинские песни, которые написаны лет 15-20 тому назад, но, тем не менее, они существуют и по сей день. Скажи, а вот артистическое направление как у тебя стало? Я по поводу Дон Кихота и Дульсинеи. Да. Это мне дало колоссальную школу. О таком люди не мечтают. В 2003 году Юрий Соломонович Гусман задумал этот спектакль с Владимиром Михайловичем Зельдиным. Где он Дон Кихот, и понятно, что театр предоставлял все. Эта идея, которая тогда появилась у Юлика, она, видно, ему не давала покоя. И он мне предложил, я когда побывала на одной репетиции, увидела Зельдина, прочитала пьесу и услышала музыку, я сказала Юлику, что мы не будем это делать, потому что, ну, как можно выходить с Зельдиным вместе на одну сцену? Это просто невероятный вызов. Но режиссер Юлий Соломонович Гусман был настойчив. Он мне сказал, что вот послушай внимательно музыку, найди себя в музыке. И я поняла, что я там смогу существовать по музыке. Вот у нас была репетиция, и Владимир Михайлович так меня по-доброму похвалил и сделал несколько таких замечаний, которые просто стоят всей отеческой жизни.
Вот с этого дня ввели меня в спектакль, и каждый месяц с 2005 года шел этот музыкально-драматический спектакль. А в кино? В кино у меня были несколько работ, и всегда я играла грузинок, которые очень переживают. Это были какие-то контрреволюционные личности. Всегда почему-то им очень был дорог мой акцент, да, и который они хотели усилить. И всегда вот непростые, естественно, женщины. Как-то вот так. Кино это, мы же понимаем, что это совершенно такая другая история, в отличие от театра. Если в театр можно принести свой талант и существовать в музыке, то кино это... То есть ты работаешь на камеру, да? Да. На камеру, и последнюю сцену снимают в первый день. Ну, это надо быть киноактером. И это профессия, это же не просто так, да. Сложно для тебя? Это очень сложный жанр, но не сложнее вокала и не сложнее театра. Гримерка Орфея. Как ты вообще сейчас вот оцениваешь нынешнюю атмосферу, скажем так? Тебе приятно ходить на симфонический оркестр? Тебе приятно просто ходить в театр? Если есть время, конечно, опять-таки. Да. При такой плотной загруженности хочется, в общем-то, как-то, наверное, отвлечься. Вообще есть такая возможность у тебя? Да, бывает. И я просто страшно счастлива. Я прихожу, я радуюсь, все звучит, все разливается, музыка звучит, все потрясающе. Это, конечно, очень обнадеживает. И... веришь, что так будет всегда. А то, что касается нашего жанра, наш жанр, конечно, эстрадный, он более сложный. Сейчас почему-то это решили назвать шоу-бизнес. Мне это непонятно. Шоу-бизнес — это не жанр. Это как бы слово для бумаги, на которое сдаются налоги. Это просто не может существовать такого жанра, как шоу-бизнес. Это не жанр. Это называется все эстрадная музыка, там раздел рэп или поп-музыка, или джаз, или рок, или фолк. Вместе это большая эстрада, и эстрада — это величайшее слово, потому что этот жанр создавали люди, и этот жанр нам достался, и мы должны его сохранить, потому что он основан на нашей культуре, на культуре городского романса. И я думаю, что если тебе, мне и нашим последователям в будущем удастся это сохранить, это, конечно, будет большая удача, потому что невозможно, чтобы этот жанр просто так исчез или его бы уничтожили. Гримерка Орфея. А вот профессионализм. Да. Насколько человек профессионален вот на сцене? Сейчас ведь в основном-то, ну так, да? Не будем уже говорить там. Да. Все-таки слышно, когда человек профессионален, я говорю о тебе, да? И многие советские артисты, они были, скажем так, выучены профессионально. Это тот же Муслим Магомаев, Юрий Гуляев и многие-многие другие, которые и в опере пели, и на эстраде пели, и, так сказать, и романсы. И, то есть вот все-все. Не было такого, что вы не формат, пелось все. Поэтому так приятно смотреть и слушать тебя. Спасибо. Да, это действительно, это многого стоит. Мне нравятся твои лирические песни. Ой, спасибо. Потрясающие. Спасибо. Просто большое. Так берут за душу. Гримерка Орфея. Эскиз к портрету. Тамара Гверцители родилась в Тбилиси, в столице Грузии, окончила консерваторию. Концертную жизнь начала в составе детского ансамбля «Мзиури». Первый приз на международном конкурсе завоевала в 19 лет. География ее гастролей объединяет более 20 стран. Ее репертуар невероятно широк, от блюзовых композиций до классических оперных партий. Она работала с Мишелем Леграном, сыграла свадьбу в присутствии Маргарет Тэтчер. Выступает с концертами, играет в театре, снимается в кино. Народная артистка Грузии и России. Какое у тебя хобби? У тебя есть хобби? Ты что-нибудь делаешь? Ты крестиком вышиваешь? Я такой любитель кино. Ты любишь кино смотреть? Да, да. Я люблю именно на большом экране, в кинотеатре. Идешь, наверное, на последний сеанс, чтобы никого не было. Да. Там все три человека и посмотрели, да. И потом разбирают Альмодовара, да. Я думаю, что кино, особенно вот европейское кино, конечно, оно очень привлекает именно своей камерностью. И там нет стрельбы, крови, в общем, как-то затрагивают...
очень важные какие-то вопросы личностные. А так хобби, я думаю, что у нас у всех мало очень времени для хобби. А ты что-нибудь записываешь? Записали диск, который сейчас выходит. Я исполняю с симфоническим оркестром и с мужской хоровой капеллой 11 песен, написанных европейскими евреями. Это песни на идыш. Они все, естественно, написаны до войны. И это колоссальная работа, потому что с оркестром была запись осуществлена. Посмотрим, что это будет. Гримерка Орфея. У тебя же сын. Да. Как он вообще воспринимает это? И что он сейчас делает? Он в Лондоне завершает учебу, докторантуру в King's University of London. Mm-hmm. Он историк. И возвращается в Москву? Ну, пока мы не знаем, стоит защита, степень доктора. Насколько вот ему интересно? С детства он, наверное, с тобой? Да. Ведь он же, так сказать, наверное, дитя тоже сцены. Он ни разу, кстати, с тобой не выходил на сцену. Нет, это в детстве, да. Да? Когда только... мать совсем маленький, да, да. Ну, понятно. И то за кулисами, наверное, сидел и смотрел, как мама поет, да? Вышел, слушал. Пару раз спел у него. Кстати, все-таки выходил и пел. Хороший, да, хороший голос, так чисто интонирует, да. Но не захотел потом. Не его. Да. Он понял, что а для этого... А музыки ты его не учил? Он учился. Да. Но потребность в другом. Да. Вообще хлопотливо, наверное, было воспитать мальчика. С годовалого возраста мы его на гастроли, я, мама и Сандро. Тогда же были такие гастроли в советское время. Угу. Месяц, полтора, два месяца уехали. Да. И он, в общем, такой табор был. С детьми, с кастрюлями, с кипятильниками. Зато есть что вспомнить. Да, это, конечно, да. Воспоминания, да. Самые светлые. Гримерка Орфея. Третий звонок. Дорогая Тамарочка, в нашей гримерке уже прозвенел третий звонок, наша беседа подходит к концу. И в заключение я хотел бы попросить тебя ответить на наш блиц-вопросы. Ты согласна? Да. Бывает так, что нет, я не согласна. Любимое время года? Лето. А почему лето, а что не весна, когда все цветет? Хорошо, хорошо, я шучу. Семь цветов радуги. Твой любимый цвет? Красный. Твой любимый цветок? Гвоздика. Какие качества ты больше всего любишь и ценишь в людях? Искренность. Какие не приемлешь в людях? Фальшь, как музыкант. Твой тоже, главный да. недостаток? Я открытая. Искренне. Если бы ты могла изменить себе что-то одно, что бы это было? Не знаю. Самый сложный вопрос. Скажи, последний спектакль, либо фильм, который ты посмотрела или послушала? Я не знаю. Бывает так, что фильмы тоже слушают. И музыку видит, да? Да. Я вот была... Пуленька есть опера «Диалоги кармелиток» в Геликоне. Позавчера, да. Я в Ляскало слушал это. Да. Это потрясающе. Ой, потрясающе. Рикардо Мути дирижировал. Ой, серьезно? У меня волосы на затылке стояли. Да, это такая музыка. Я просто... Да. А можно сказать... Тебе можно все. Меня Геликон опера... Ну, лично Дмитрий Александрович Пертман пригласил... И будут ставить Пуленко «Человеческий голос». Mm. Да. Я сейчас думала, сказать или нет, а потом... Конечно, я понимаю, сказать. Да. Я понимаю, что тебя это порадует. Я уже вторую неделю как бы с этой мыслью стараюсь подружиться. И эта идея пришла Диме. И, конечно, я счастлива, что вот такая возможность. И вообще Пуленко и вся эта музыка, это, конечно, это просто чудо. Когда это будет? Это назначено на февраль 2018 года. Работа начнется буквально через неделю. Это же надо все. Ну, конечно, музыка-то сложная, честно. Да, очень сложная. Ну, ты в восторге, у тебя просто глаза загорелись. Скажи, твое любимое занятие? Когда я варю кофе. Серьезно? Да. По-турецки? Да. Да. И последний вопрос. Что для тебя счастье? Ну, это все вместе взятое. Сварила кофе, потом выпила, потом пошла на репетицию. Голос звучит — уже счастье. Что-то споешь, что-то сделала хорошо для людей. Счастье. Был концерт, прошел хорошо, слава богу. Жизнь состоит из этих счастливых моментов и то, что делает жизнь прекрасной. И счастливые. А бывает такое, что голос не звучит? Что-нибудь такое съел, ой, да, лучше бы я это не ел. Или что-то беспокоит, да, внутренне. Как-то, да. И можешь... Несколько есть песен в репертуаре, на которых можно как бы прислониться к ним, если можно так сказать, найти какую-то опору и какой-то ответ для себя.
И, естественно, актер выходит и находит вот эти несколько минут или несколько песен. Но общее состояние или приходилось выступать и больной, и с температурой, простуженной, и думаешь, господи, что же это будет? Ты вообще их не откладываешь, концерты? Как вот состояние есть и есть. Бывает же, что состояние вот в день концерта раз так... Да. И все, и не знаешь, что делать. Нет, пару раз просто я не могла просто встать на ногах. И тут уже ничего не сделаешь. Я думаю, что и не надо сражаться с природой. Значит, что-то такое происходит, что не надо в этот день идти приходить на для нас святое место сцены. Тамарочка, спасибо, что пришла в нашу гримерку. Спасибо всем, кто слушал нашу программу. А я прощаюсь с вами. До встречи на следующей неделе. Искренне ваш Оскар Абдразаков. Их любят поклонники, их ценят коллеги. Известные люди искусства и культуры в программе «Гримерка Орфея».